по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 30 августа в Екатеринбург прибудет ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Встреча святыни в храме памятники на крови 30 августа в 8 часов 45 минут. До 1 сентября включительно жители и гости города Екатеринбурга будут иметь возможность помолиться чудотворцу Спиридону и спросить у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие.